Чем ты занимаешься? Посмотрите, во что он диванныки превращает. Это он хватается за них и встает. Угу, вот. Молодец. Умница. Да. Сейчас на попу и сядешь. Это. Умница. Тя-тя-тя. Тя-тя-тя. Держись, держись. Там у меня мое видео звучит специально для него, чтобы он мамин голос слушал постоянно. Я если из комнаты выхожу, и меня он не слышит, он начинает меня искать. Атя! О, дочь проснулась. Мои хорошие, сегодня готовлю на обед деточкам суп из мяса и тыквы. Мясо я уже один раз прокипятила. Водичка закипела, сливаете. И я мелко нарезала. Тыква у меня была замороженная в холодильнике, тоже нарезала. Сейчас залью водичкой кипяченой и буду варить на медленном огне. В прошлый раз я, по-моему, показывала, как, что я готовила суп с чечевичкой. Ну, мне, как всегда, этот специалист написали, что чечевицу детям нельзя до 3 лет. Какой-то раз гречку готовила, тоже, оказывается, нельзя. Мои хорошие, прежде чем писать, вы хоть почитайте, что детские нутрициологи пишут. Ну, почитайте хоть для разнообразия, а не та информация, которая идет у нас из советских времен от бабушек и так далее. Вот так вот, детки мои спят. Я сегодня буду готовить, наверное, плов. Вытащила мясо, размораживаю. Начала снова давать вот эти витаминчики детям. Одна бутылочка у меня закончилась, я делала перерыв, сейчас опять даю. Я их брала на Herb. Вот. Что еще? Что еще? Сынуля уснул в своей комнате в кроватке. Дочь проснулась, что ли? Дочь в нашей спальне спала. Хотела поблагодарить одну из... Проснулась, слышу ее. Одну из зрительниц, которая посоветовала приобрести шнурки разноцветные. Приобрели. Дети, честно сказать, играются, увлекаются ими. Сынуля вместо проводов вот шнурками занимается. Очень интересная идея. Дочь, конечно же, не спит. Не спит. У нее, как всегда, стиральная машина работает. Ты проснулась? Как же ты долго спала, мамино сокровище? Мама очень по тебе соскучилась, пока тебя не было целых 15 минут. Ты скучала по маме? Да? Ты мое сокровище, ты мое сокровище. Что будем делать? М? Подождешь супчик или кашку тебе дать? М? Что будем делать? Давай, мама, тебе кашку дам с бананчиком. Она любит кашу с бананом. Ладно, мои хорошие, всем хорошего дня и настроения. Пока-пока. Мои хорошие, я забыла сказать, что и чуть-чуть лук надо добавить. Я уже добавила, но я добавила этот зеленый лук, головочку от зеленого лука. Взяла белую часть. А так можно репчатый. По рецепту идет репчатый. И еще там немножко картофель. Но я картофель сегодня добавлять не буду, потому что я чуть позже еще картофельное пюре детям приготовлю. Вот так вот. В принципе, если мясо сварилось, тыковка сварилась, все, кусочек сливочного масла и через блендер супчик готов. Ну, вы сами уже смотрите, до какой консистенции через блендер его пропускать. Я, например, не буду сильно вообще как пюреобразным делать, чтобы немножко кусочки были. Я уже не делаю все прям такое сильно пюреобразное. Все, мои хорошие, закрываемся. День сурка. Доча, я, кухня и плов. Ну, я уже всю зажарку сделала. Мясо очень жирное попало здесь. Добавила еще помидор, чеснок добавила. Специи еще ничего не добавила. Сейчас соль. Пока готовила, открыла холодильник, не помню для чего. Что я там доставала?
Короче, что-то доставала, и у меня упала в этот момент полка, которая вот на дверце бывает, вот для бутылочек, где кетчуп, майонез бывает. Вот эта полка вся упала со всеми принадлежностями. Вот эта вот полочка, не знаю, что с ней стало. Здесь уксус весь разлился. Ну, короче, вот во время готовки мне еще пришлось вот этим заниматься. Сейчас на кухне пахнет уксусом. Хорошо, что это уксус, не что-то другое. Потому что я полы протерла уксусом, получается. Уксус-то полезно, ничего вредного в этом нет. Но полочка, не знаю, будет жить или нет. Почему упала, непонятно. Будем ждать мужа, пусть разбирается. Ну, ты сниматься хочешь? Что-нибудь надо рассказывать. Молча не получается. Да. Алло, это игрушка. Рассказывай тогда что-нибудь. Маме. Сейчас тогда маме расскажу. Привет, привет, мои хорошие. У Захрашки нечего рассказывать, я рассказываю. Покрасила волосы. Цвет, знаете, красивый. Краска очень хорошая. Вообще никакого запаха не было во время окрашивания. Это для меня было огромным плюсом, так как дети дома. Краска хорошая. Одна пачка мне, в принципе, хватило на всю длину волос. Ну, как я красила корни и потом уже расчесывала ей по всей длине. На брови краски не хватило. Минус. Окрасила кожу. Не ушла краска еще до сих пор. И, знаете, цвет не такой, как на коробочке. Ну, это понятно. Практически никогда не бывает, как на коробочке. И это не тот цвет, который я хотела. Он теплый. Я не люблю теплый цвет. Я не знаю, камера передает или нет. Но вот здесь вообще очень теплый такой оттенок. Это не то. Я люблю более холодный. Вот здесь вот он мне нравится больше, более пепельный, холодный. Здесь нет. Ну, посмотрим, как будет, когда помоем пару раз. Да, мамина? Вот такие вот у нас новости. Это краска, которую я последнюю показывала, французская. Солнышко! Дочка мамина! На. Ты давай под кресло не залезай. Она постоянно залезает туда, под кресло или под диван. Потом плачет, что не может вылезти. Не додумается же, что можно оттуда выползти. Ей же нужно перевернуться. Ты что такая серьезная? А? Что такая серьезная? Что тебе во сне снилось? Осторожно, мамин волос. Ай, не надо. Телефон уползешь. Выползай оттуда, давай. Выползай, мамин. Да, пупсик. Братик твой проснулся, я слышу. Все, моя хорошая, пошла за своим принцем. Аслан, ты что делаешь? 12 часов ночи сейчас. Он проспал почти весь день. Ну, как с 2 до 6, потом с 8 до 10:30. Ну, теперь, конечно, у него ни в одном глазу. Где мамина? Такс. Угу. Тебе помочь? Нет, он передумал. Сам не знает, что хочет. Да, мамин? А папа? Папа? Где папа? Папа? Ему здесь места мало, держаться неудобно. Ладно, мама, помогу тебе. Иди сюда. Опась. И чё?
И чё? Все, что ли? Ты ничего не скажешь? А-тя-тя-тя-тя? А-тя? А-тя-тя-тя? Вкусный, да, диван? Кресло вкусное? Да? Вкусное? Ты-тя! Я обожаю, когда он разговаривает. Господи, у меня сердце тает. А-тя-тя-тя? Ты-тя-тя! У него десна очень чешется. Видимо, еще зубик вылезет. Ай, все, мамин, закроюсь.